Здравия желаю. Проведем сейчас испытание под нагрузкой. Та же схемка. Мотор вот этот 15 тысяч оборотов. 300 ватт. Это на 50 ватт. Моторчик. Тоже у него 20 или 30 тысяч оборотов. Отсюда выход идет. Видите? Тут подключена лампочка 102 ватта. Галогенка. Вот она. Так. Тут подключено питание сети. И подключено один. Одна секунда отключена. Одна десятая секунд только работает система. Вот. Работает. Все, что мне нравится, такая система. Она менее мощная. Но работает бесшумно. Итак, запустим. Запустим. Видите? Работает. Работает бесшумно. Тогового потребления. Выход. Пять двадцать шесть, пять четырнадцать, то есть в среднем 5, 5, 10. То есть лампочка горит в полный галок. Сколько же она будет? Потреблять. Сумма практически нету, как видите. Практически нету. Так, шипит. Есть, работает. Уверенно и без шума. Это шумят поезда за окном. Сейчас поезда пройдут. Скорость почти не влияет, то есть напряжение падает на 0,1 вольта всего. А разрыв 10 раз. То есть работает 0,1 секунды, подается питание, а секунду она работает на инерцию, на самоиндукцию. Вот сейчас уже приближается риска. То есть я хочу замерить, сколько это потребляет, сколько выход, там понятно. Выход 6 вольт. Средний. 6,20, 6,10, считаем 6, округляем. Потребление, сейчас скажу, потребление системы, так, потребление,
60 помножим на 3, 180 плюс 11, плюс 11, помножим на 300, разделим на 3, 1600. Шестьдесят два и восемь, в общем, 63 ватта. 63 ватта потребления. Выход 6 вольт. Один 95. То есть 102. Пятьдесят два и 0,3 ватта. То есть 52 ватта. 52 ватта. Выход. Но выход 11 раз. В то время как вход 1 раз. Всего 63. За все время всего 63 вход. А выходит 10 раз. То есть по времени в 10 раз больше по времени идет. И получаем 52 помножить на 11, 572, и делим на 63, помножаем на 100, 907,9, 908 КПД, именно КПД. Андрей Терха, там еще люди, они пишут там коэффициент эффективности. Да это ерунда. Это рептилоиды хотят запутать людей. КПД, значит, это коэффициент полезного действия. Полезное действие меряется так. Затраченная энергия делится на полученную. Вернее, полученная энергия делится на затраченную. Вот это КПД. А коэффициент эффективности это уже для того, чтобы дурачить голову людям, опять же увести их, с толку сбить и продолжать грабить. А еще у нас по 50 ватт где-то идет. Крутить-то надо. А энергию мы не тратим, а мотор-то крутится еще 10 раз. Значит, еще 500 ватт. То есть 52 помножим на 11, 572 и плюс 500, 1072 и разделим на 63, потраченное, помножим на 100, 1701, видите как, примерно, 1700, ну 1700%. Это если считать и потраченное. А если считать просто сколько взял, не вдаваться в подробности, просто сколько взял и сколько на выходе у тебя энергии. Получится, взял 63, а получил 52 на 11. 572. Вот в чем суть. То есть вот это мотор, вот это перспективно. Можно получать намного больше. Вот. Брать двигатели больше. Брать двигатели больше размером. Получать больше по такой схеме. Если, допустим, взять на 300, взять на 900 ватт выход. Вот. И чтобы у него тоже были, значит, при допустим, 15 тысяч оборотов, допустим, это крутит его мотор, да, в одной. А второй, допустим,
не на 15 поставить, а на 5000 оборотов генератор. Да, получится, когда, значит, и, допустим, на киловатт. Получится, когда, значит, подадим нагрузку, вот обороты этого снизятся раза в 2-3, и как раз выйдет 5000, понимаете? 5000 оборотов, а при 5000 оборотов это выдает киловатт. Вот вам киловатт будет. Но там, возможно, это не получится, что вот так вот 1 к 10. Там, может быть, вот как я испытывал, 1 к 3, 1 к 4, если получится, возможно. Это пробовать надо. Тогда уже 4 киловатта, а затраты тут будут там где-то 300-400 в час. А там выйдет 4 киловатта, то есть где-то в 10 раз будет все равно. Но надо все просчитать. Вот просчитать на практике.